Это рецепт соленой красной рыбы, вес которой составлял где-то килограмм 300 грамм и чуть более. Шкурка тоненькая, на ней уже нет чешуи. Косточки при желании пинцетом можно вытащить, так как они видны, легко ощупываются и весьма крупные. Я не стала отрезать брюшко и плавник, а засолила все целиком. Время полной готовки 24 часа, именно соление. То есть мы ее посыпаем с 1 столовой ложкой морской крупной соли, потом 1,5 ложками мелкой соли с приправами, добавляем чуть-чуть приправ французские травы, черный перчик горошком. Все это распределяем руками равномерно, кладем в тару и на пару часов просто под крышкой оставляем без холодильника. Далее именно в нем хранится, легко отрезается, получается нежный вкус, очень приятное лакомство для праздничного и не только стола. Всем рекомендую. Спасибо за внимание. А, да, еще добавляем французские травы, приправы. Чуть не забыла, подписывайтесь на мой канал, ждите новые обзоры, ставьте лайки или дизлайки. Любое внимание — это хорошая вещь. Это рецепт соленой красной.